Антилипидный чай Тяньши. Антилипидный чай Тяньши рейтинг 4,5 из 5 на основе опроса категории БАДы, добавки. Теги: депрессия, невроз, нейроциркуляторная дистония, синдром хронической усталости, стресс. В упаковке 40 штук. По 1,5 грамма чай Тяньши снижает уровень липидов в крови, нормализует жировой обмен в организме, выводит холестерин из стенок кровеносных сосудов, тем самым улучшая общее состояние организма. Благодаря своим уникальным свойствам чай Тяньши эффективно используется для похудения. Чай регулирует давление, улучшает работу сердца, благотворно влияет на работу печени и почек, улучшает зрение. Также чай Тяньши обладает такими функциональными свойствами, как улучшение пищеварения, тонизирование селезенки и желудка. Описание чай Тяньши, широко известный как антилипидный чай Тяньши, является популярной биологически активной добавкой. В состав данной продукции Тяньши входит 6 сортов элитного зеленого чая, листья лотоса, семена кассия тора, корнеплод многоцветного горца и листья гинастемы пятилистной. Многогранность этого чая позволяет применять его для гармонизации основных обменных процессов в организме. Благодаря высокому содержанию кремния в своем составе чай оказывает антимикробное и омолаживающее действие. Одна чашка чая Тяньши содержит суточную дозу марганца, который стимулирует разрушение опухолевых клеток. Показания к применению: для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонической болезни и атеросклероза, снижает уровень липидов в крови, нормализует жировой обмен в организме, выводит холестерин из стенок кровеносных сосудов, тем самым улучшая общее состояние организма. Он используется как естественный детоксикатор при различных отравлениях, в том числе алкогольном опьянении. Для снятия похмельного синдрома чай применяют как жаропонижающее и снимающее вирусную интоксикацию при ОРВИ, гриппе и ангине, при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени, особенно при хронических запорах, геморрое, гепатите, как профилактика и лечение при онкологических заболеваниях желудка, предстательной железы, лимфосистемы, кожных покровов и другие. При кальпите, эрозии шейки матки, молочницы. Состав антилипидного чая Тяньши: гинастема 390,0 мг, листья лотоса 390,0 мг, горец многоцветный 225,0 мг, зеленый чай 225,0 мг, зерна кассия тора 210,0 мг. Способ употребления зеленого чая Тяньши: чай заливается 500 мл. Горячей воды 80 см, закрывается крышкой, чтобы не улетучивались эфирные масла, настаивается от 7 до 14 минут, в среднем 10 минут. Принимают в первой половине дня до 18 часов, так как он оказывает тонизирующее действие на организм. При нормальном и повышенном давлении желательно принимать горячим или теплым за 20-30 минут до еды. При пониженном давлении принимать чай между приемами пищи прохладным. Пить чай медленно, ничего в него не добавляя, при ощущении сонливости полежать. Разрешается повторное заваривание. В гинекологии используют чай для вагинальных ванночек и спринцевания при кальпитах и эрозии шейки матки. Применять лучше на ночь в течение 10 дней. Для этого необходимо залить 1 пакетик 1 литром горячей воды, 80 см, накрыть крышкой, настоять 10-15 минут в проктологии. При наличии геморроя можно делать микроклизмы с теплым настоем чая и обмывать прохладным чаем геморроидальные узлы. В педиатрии купать малышей грудного возраста в теплом настое чая при диатезах и потничках. Дозировка: желательно начинать прием чая с 50 мл. В течение первых 7 дней, увеличивая дальше дозу до 1 стакана. Противопоказания: не рекомендуется детям до 12 лет, беременным женщинам, кормящим матерям, при индивидуальной чувствительности к отдельным компонентам продукта. Способ хранения: в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Форма выпуска: производителя, фильтр, пакетики, массой 1,5 грамма по 40 штукам. В картонной упаковке. Срок годности 2 года от даты производства. Биологически активные добавки Тяньши не содержат ГМО. Чай Тяньши – это квинтэссенция из природного растения. Обзор программы Тяньши: профилактика заболеваний нервной системы, профилактика Тяньши синдром хронической усталости, профилактика депрессии и неврозов, профилактика стрессов и нейроциркуляторной дистонии, программа Тяньши: профилактика мужского здоровья, профилактика мужских заболеваний, программа Тяньши: возрастных заболеваний и преждевременного старения. Возраст: для приобретения продукта обращаться на mail-почту под видео.